Всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение сей игрушки. Вот приходится таким образом местные проблемы исправлять, потому что когда будет проседать FPS до 2, я буду нажимать Escape, чтобы вернуть его на место. Вот так вот работает. Мне тут писали про то, что, возможно, у тебя комп лагает, а не игра. Ну, знаете, ребят, такие проблемы, вот, когда вот так вот просто игра идет в 40 FPS, а потом бац, и проседает до 2. Я думаю, это проблема не только в компе. Так, ну и мы с вами в катакомбах. Нас здесь ждет очень что-то, нечто страшное здесь. Нас ждут ядовитые пауки. И какой-то призрак. Подожди, для начала. Я не знаю, мне вообще сказано было желательно ходить в доспехах здесь. Ну, я имею в виду сказано самими NPC. Но это если мы будем находить каких-то стражников. Если я так понимаю, мы не пройдем, да? Я достаточно... Давайте мы оденемся в легкое, надеемся против яда. И когда уже будем видеть какого-то... Когда уже будем видеть какого-то NPC, будем переодеваться. Так. А так пока наденемся в свои привычные... обмундирования. О, давай вот так вот эту лучше повязочку. Ну, в принципе, все. О, более подвижными будем. Я думаю, здесь еле перемещаться не самая лучшая идея. Если тут будут пауки. Да, трупов тут много. А что это у него какое-то здоровье, шкала здоровья, я не понимаю. Тяжелая урна. Зачем? Ну когда бросим, бросим. О, прикол. Поставил капкан, а капкану пофигу. Ясно. Так, нам надо здесь света немножко добавить. А то есть темновато. Надеюсь, здесь будет где заправлять свет. Кстати, там вроде можно было открыть, не? Там я что-то, по-моему, был слишком тяжелый, чтобы активировать или что. Ага, понятно. Ладно, пойдем дальше. Пока смотрим, что здесь есть. Блин, маску-то я не одел. О. Кстати, когда мы маску одеваем, видели, да, по краям немножко у нас как бы становится, ограничивается зрение. Так. Свечи. В принципе, здесь много свечей, можно использовать свечи в качестве светильника. Ну, пока вроде как не сильно смертельно. Что-то да видно. Блин, ну-ка давай попробуем обезвредить. Отлично. Это типа мне обозначаются капканы, правильно? Мне же этот прокачал мастерство видеть капканы. Урна хайта какая-то. Не помню такого задания. Ну пока берем. Про урну хайта мне никто ничего не просил. Здесь пламя, смотрите, какое-то, да, синее пламя. Необычное. Внимательно все осматриваю. Я, тем более, только-только проснулся. Могу тупить. Да. Больше, чем обычно. Поэтому вот решил сразу записывать. На сегодня серию. Ух ты, блин. Там, кстати, был еще ход вниз, но мы... Шляпа вора, отлично. Получается, нам нужно еще только камзол найти. И все, у нас будет полный сет вора. Ну, конечно же, как у вора еще не... А-а-а, Санька. Вору-то не повезло. Капкан попал. Неосторожный вор. Так. Капец. Мы чем дальше игру проходим, тем новые сложности появляются. И не только в прохождении, а еще и с самой игрой. Меня это просто поражает. Так, яд, отлично. Кстати, мне была еще подсказка, но это в стоках, где у нас сидит аптека. Там надо было искать в яде то, что он меня просил там. Что он меня просил, я правда не помню уже так. Шишка.
Брошенная шишка называется неплохое катающее средство. Также с ее помощью. С ее помощью можно поджечь. Предметы. Так, шишки, значит, могут пригодиться. Да, мне вот что-то писали про взрывные шишки. Вот еще одна. Так что крайне полезная штука надо подбирать. Бляха-муха! Вау, нихера! Ты прикинь, ты посмотри на мое здоровье! Мало того, что эта гадость меня напугала, так она еще чуть меня не убила. Офигеть! Блин, чуть не скопытился. Ну-ка, давай кинем туда шишку, получится, нет? На. Бам. Все, она больше не вылезет. Так, понятно. Теперь я понимаю, для чего она нужна. Есть что-нибудь? Ой-ой-ой-ой. Чёрт, корабль, блин. Вылазим отсюда нафиг. Блин, скелеты надо осматривать. Там у них тоже есть всего много чего интересного. Там вначале еще остались тоже скелеты. Неосмотренные. Ладно, мы, я думаю, к ним еще вернемся. Так, здесь что? Не, эти останки уже, по-моему, кто-то уже осматривал. И так уже сложено, что тут уже ловить нечего. Внимательно надо, все внимательно сами. Где-нибудь я пропущу ключ какой-нибудь и все, и потом буду блудить здесь. Тихо, тихо, игра спокойная, спокойно, все хорошо. Стой, чё, шишка. Собираем шишки. Кстати, мы, по-моему, как раз подошли с той стороны, с которой. Да, там он этот мышь сидит, крыс точнее, который ослеп, которому мы в прошлой серии противоядие дали. Сделали типа в добрые дела. Блин, залез. Тихо, 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 слезь! Блин, туда очень опасно залазить, такое ощущение, как будто я могу там застрять. Потому что есть такое ощущение, что я могу там застрять. Может быть, лучше даже не стоит залазить. Никаких рычагов, ничего здесь нету, да? Никаких взаимодействий, ну-ка. Опа. Шишечка. Ладно. Здесь закончили, пошли дальше. В общем, если я буду видеть эти испарения, лучше кидать что-нибудь. Блин, тут капец, вот. Лабиринты катакомбы. Здесь же есть еще сюда ход. Подожди. А, нет, все правильно, здесь других ходов нету. Окей. Там позади у нас остался еще спуск вниз. Ну, пока. Пока что осмотримся наверху. Ну, как бы как я не пытался бы быть внимательным, все равно где-нибудь что-нибудь да я пропущу. Это просто по-любому. Блин, да от этого фонаря света-то, ё-моё. Не так уж и много, как хотелось бы. Старый добрый фонарик был бы намного лучше, но... Какие времена, так и светильники, да? Тут у нас три хода. Налево, прямо, направо. Ну, гроб. Давай-ка свечки достанем. У нас тут очень много свечей. И лучше, я думаю, пока свечки использовать в плане светильников. Ну, кстати, можно свечку пополнить заодно. Потому что тут что не гроб, то свечка. Тем более, вот еще одна на прозапас лежит. Так, а здесь чего? Нам с вами изначально вообще нужно найти здесь какой-то сундук, которому может подойти, должна быть отмечена такая же монетка, как нам дал наш крыс-союзник. Вот. Что нам тут еще надо, я пока, если честно, не знаю. Не помню по заданиям. Пока просто исследуем, а то... Это невыносимо, на самом деле. Да что ты? Да что за фигня? Слушайте, вот меня уже прямо это сильно начинает раздражать. Желание играть просто пропадает категорически с такими проблемами. Там у нас в другую сторону еще ход есть. Ну, пока посмотрим, что здесь.
Так, тупик. Да, я не допрыгнул. Там вроде есть куда типа прыгнуть. Хотя можно, конечно, попытаться, но если бы я сохранился, я бы попытался, а так нет. Так это слишком чревато. Стежки, правда, горят очень быстро. Очень быстро горят. Но здесь знамен нету, поэтому я думаю, сжигать нам больше особо нечего. Почему такие просадки? Вот она идет, потом такие бац, вот опять. Просто. Это превращается уже в какое-то мучение. Да ты, блин, издеваешься надо мной. Я не могу посмотреть ту сторону, в которую мне надо идти. Вот, все, пошли. Ай, блин. Блинский. Коромысло коромысленное. Давай, давай, мышонок, перемещай свои ляжки. Мы должны тут найти то, что нам нужно. Тут еще призрак какой-то. Ну, на самом деле, пауков пока я не видел. Здесь вот дверь. Явно закрытая. Ключ от катакомб. Ну, нам надо искать ключ от катакомб. Это понятно. Все, здесь, в принципе, тогда мы, получается, там мы посмотрели, там ничего нету. Блин, я в такой вот суете, вот этих вот лагов, я по-любому пропущу где-нибудь ключ. Это просто очевидно. Как божий день. Я дичайше извиняюсь, конечно, за такие траблы. Причем, как ты не настраиваешь графику, у меня стоит на высоких. Как ты ее не настраиваешь, результат будет тот же самый. Так, давайте пойдем сюда, на свет. Главный зал. Здесь лестница. Ё-моё, ты посмотри, какой здоровый. Ну, на самом деле, здесь проход-то вон тут. Там какая-то дверь. Я даже сказал, там не дверь, там калитка. Ладно, давайте сначала посмотрим, что здесь есть. Здесь еще есть прямоход. Так, трупешник. Но у него ничего нету. Блин, а можно как-то их осматривать, чтобы не залазить туда? Ну, у него даже дымка нет, может быть, туда и не надо залазить. Здесь есть куча-то в кувшине. А, здесь сам кувшин. Ладно, пошли дальше. Ага, яд. Подожди-ка, где шишка? Давай, бросок миллион. Пум! Капкан. Еще на. Так, стой. Там какие-то пары с вами идут тоже, да? А, это впереди, да? А маска меня не защищает, что ли? Ну-ка, подожди. Нет, не защищает. Странно, я думал, она будет защищать. Но она, может быть, замедляет действие яда, но не защищает полностью. Обоем. Палок не так уж много, и где их пока искать, я, если честно, не видел. Точнее, не где искать, а где их брать. Поэтому не будем сильно ими баловаться. Так, проходец. Не помню, если что, позади остался ход. Вот и знамя, смотри-ка. Все-таки здесь тоже знамя есть. А что я уже чему? А вот. Чё, под правильным углом надо встать. Давай, бери. Странно, где пауки все? Или типа еще. Ой, как-то темно. Или я еще недостаточно далеко зашел. Что-то есть. А если найду? Тяжелые урны. Я пока вот не знаю, куда их подставлять, зачем они нужны. Ну, раз они, значит, они для чего-то нужны. Ну, так я просто открыть не могу. Ну, когда же эти ворота должны открываться, правильно? Непонятно. Это механизм, активировать какой-то механизм надо.
Какой механизм? Ну, он должен быть, получается, рядом, либо с другой стороны. Рычагов я здесь не вижу. Ладно, пойдем обратно тогда. Там, в принципе, есть, где можно спуститься. Будем спускаться там. Здесь вроде бы все. Только здесь можно попытаться пробежать, в принципе, по-быстрому. Там, кстати, что-то было. А, ну это грибы. Ну-ка, подожди. Вот, да-да-да. Вот они как раз эти... О, смотри, он пропадает. Мы забираем грибы, пропадают споры. И эти же мне надо было грибы отдать этому аптекарю. Вот, да. Мне, кстати, подсказывали. Спасибо большое, ребят. К сожалению, ник не записал. Так бы поблагодарил по нику. Ну, в любом случае, спасибо. Ладно, возвращаемся назад. Я пытаюсь просто максимально быть сосредоточенным, еще чтобы здесь не запутаться, где я был, где я не был. Потому что здесь потеряться будет очень-очень просто. Хотя казалось бы, что здесь, по сути, пока теряться негде, но все равно нужно помнить, где ты был, где ты не был. Чтобы можно было вернуться назад и так далее. Чтобы не блудить дважды в одном и том же месте и не заблудиться вообще капитально. Вот, и это, конечно, требует максимальной сосредоточенности. Но хотя бы какая-то дверь открывается, тоже хорошая новость. Что за камень? Нельзя скинуть? Кому-нибудь на голову. Блин, мне в этой игре не хватает. У меня дефицит не убийства. Мне срочно надо кого-то убить. Надо Final Fantasy поиграть, кого-нибудь отколотить. Вот мы с той стороны были. Я так понимаю. Но здесь тоже никаких, сами, ни кнопок, ни рычагов вроде нету. Ну-ка. Ладно, пойдем дальше. Здесь, походу, прыжок эры надо делать. Блин, слушайте, ни одной бочки нету. Где мне сохраниться? Для этого нужен подсвечник. Ну, по теории, я могу туда допрыгнуть. Блин, ну стрёмно как-то. А ну, а у меня других ходов-то нет. Ой, блин, если я упаду. Тихо. Ух-ух-ух, блин. Отлично. Мы использовали ключ от главного зала. Там, по-моему, паучара, смотрите. Да. Первый наш паук живой. Ну, кого-то червяка видели, но там, по-моему, был не паук, который на нас напал и нам всех хп сбрил. А его можно как-то заманить в ловушку? Слышь ты, Что? А если у него шишки швырнуть? Что будет? Давайте проверим. На. Все? Уф. Блин, ну, получается, шишка их сносит, им сносит, ему сносит там сколько там. А чё он за... А, ну шишка же там непростая, она какая-то взрывная. Так, осматривать мы его не можем. Ну что ж, мы вот, пожалуйста, кого-то убили. Обол стражника, карта катакомб, отлично, ничего себе. Вот это тут мне подгончик царский дали, ну-ка. Вот эта карта, блин, ну, конечно, не самого высшего качества, но все же. Получается, мы вот с вами прошли, я так понимаю, слева вот там вот и есть. И прошли вот верхнюю часть, тоже, я так понимаю. Вот, правую, нижнюю, точнее, левую, нижнюю мы не осматривали. Ну, здесь все крутится вокруг вот этого вот центра. Ладно, пойдем. Если верить карте, то катакомбы, в принципе, не сильно уж такие большие. Но это, по крайней мере, то, что мы видим по карте. Естественно. Ну что ж, еще одно, что можно понять. Что мы можем... Использует капканы в свою пользу. Ну только, блин. Он куда смотрит? По-моему, ко мне жопой. Блин, если честно, вообще штрёмно. Тихо, тихо, тихо. Но он хотя бы на меня сразу не нападает, Саника. Так, подожди. Помирать не хочется. Я еще нигде не сохранялся. Как же тебя обойти-то, а? Можно, конечно, пробежать. Только знать бы, куда я побегу. Ну-ка. И как он долго будет меня преследовать? Дальше, дальше, дальше. Давай, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Тихо, тихо, тихо. Так, ну радует. Они по крайней мере, не преследуют. Они бычат, но не преследуют. О, бочка, отлично. Бочка, я тебя обожаю. Ты мой друг просто. Я вот так вот лучше даже сразу сохранюсь. Так сохранится надежней. Ну, обычно я всегда так сохраняюсь в конце и в начале серии, чтобы, ну, и автоматически сохраняюсь, дублирую. Ну, чтобы, знаете,
Люблю такие сохраненки, потому что если вдруг что-то случится, бывает такое, да, игра там вылетит, свет выключат, и потом, если сохранение действует автоматически, и ты никак не можешь этот процесс контролировать, то потом эта сохраненка повреждается, и все, и бывает, что, ну, капец полный, приходится заново проходить. Вот я люблю, когда такие вот ручные сохранения есть, я не доверяю этим автосохранениям, часто сохраняюсь сам. Так, давайте-ка осмотримся. Для более тяжелых существ. Мы достаточно тяжелы. А если вот так? Ну-ка. Я что, даже в доспехах не более тяжелый? Ты не успела прочитать. Достаточно тяжелый. Может, мне как раз эти нужны в урны? Урны эти самые. Ладно. Пока пусть будет так. Скорее всего, еще опять же про доспехи доктора. Чумного. Нам нужно полностью, может быть, сет собрать. Хотя, вроде мне сет-то не говорили, вроде только маску, но. Опять же, это не точно. Так, здесь ничего у нас нету. Давайте смотрим, посмотрим на стеночках. Все не открывается. Здесь мы недостаточно тяжелы. Не знаю, можно ли попасть внутрь туда. И вообще, нужно ли туда попадать. Ну, пойдем тогда пока сюда. Единственное возможное к нам направление. Слушайте, по-моему, я пришел куда надо. Это что такое? Призрак? Блин, а я-то думал, что на самом деле призрака здесь никакого нету. Я думал, что это кто-то прячется в тени призрака, а Саника реально есть. Спеть песню. Ладно, давай сначала поговорим, что сразу петь-то начинать. Аккорд за собой ведет мелодию. Песня и имя. Это как загадка. Искра, из нее пламя. Так. Я попробую спеть «Воин в золотых латах». Что-нибудь есть такое, что нам нужно? Кстати, про него, по-моему, песня. Тут ни про какую искру не поется. Ну, песня про этого воина, который здесь покоится. Я так понимаю, призрак-то Ивоны. Так, ну и чё?
О, мы угадали, смотри. Да, отлично. Во, хорошо. Что это за место? Что это за место? Твоя могила, чувак. Магира. Магира. Могила. Я догадался. Я составил великого героя. Так, помещение. Кому интересно, можете почитать. Ну, это получается Дала, это, я так понимаю, город какой-то. Это что это? Почему он говорит, что это ж, вы, наверное, сестра великого героя? Это же он, нет? Ладно, давай вот так попробуем. Воительница? Так это она получается, что ли? Все-таки. Кто их там разберет вообще? Гложет меня. Не то, что гложет вопросы, они меня просто поглощают. Так, давай попробуем по порядку. Так, вы все время были один. Так, ну-ка. Ага, смотри-ка, получается, товарищи Йоны ушли, остался только прах, а она, получается, ее призрак остался. Ну, помнится мне из игры Ведьмак, что раз призрак остался, значит, его что-то держит в этом мире. Надо его избавить от этого, чтобы он упокоился. Ну, если ты уже 1000 лет покоишься, естественно, там уже все перестанут ходить. Уже тоже там уже лежат упокоенные. Последний был крыс, добрый крыс. Что это случайно не про нашего друга? Ну, не знаю, давай спросим. Словно боевой рык. Ничего себе, там аллегории полетели какие. Громкая, как рык. Звонкая, как удар хлыста. Прям, ух. Он взял кое-что и оставил кое-что взамен. Там, на алтаре. Вот он теперь, походу, и хочет забрать. Он поклялся однажды вернуть то, что взял. Но, увы. Блин, походу, как раз то, что он оставил, мне нужно забрать. А послал он сюда, чтобы не отдавать, видать, то, что он взял. Короче, понятно. Ну-ка. Пока не вспомню. Кого-то или чего-то. Понятно. Она не помнит, кого любила. А может быть, они с тем крысом все-таки были как-то связаны, знаете. Хотя, если не успокоится 1000 лет, то там-то это немножко никак не сходится вообще. Сыном? Так, ну все, мы, в общем-то, все диалоговые окна закончили. Давайте основное. Так, ну за сундуком полных сокровищ я не буду. Давайте сначала про жену попробуем сказать.
чем призраку богатства. Блин, мне походу я чувствую, к чему она ведет. Надо, чтобы кто-то ее вспомнил, мы помогли вспомнить кого-то, или чтобы ее кто-то вспомнил. Иначе мы, походу, придем в тупик. Ага. Хотя она уже говорит, что можешь там взять, что хочешь. В этом сейчас меня. О, смотрите, можем отправиться к нашему союзнику. Ничего себе, останки по всему, кости по всему склепу раскиданы, офигеть. Все, так, а мы урну забрали, да? Так, подожди, что по заданию? Да, смотрите, все, Сивосу можно отнести сундук. Получается все. Тут еще есть места, конечно, где можно порыться. Давайте пока не будем спешить. У нас еще есть парочку мест, куда можем заглянуть. Это призрак здесь у нас обитает. Давайте-ка осмотримся, что здесь еще есть. Сундук. Блин, а зачем я его взял-то? Я хотел его смотреть и не взять. И куда мне его положить теперь? Е-мое, блин. Вот сюда давай. Богатый сундук. А что мне с ним делать-то? Я хотел его как бы скрыть. Кстати, нельзя залезть. Ладно. В принципе, больше здесь ничего нету. Саркофаг мы вскрыть не можем. Да, если честно, сильно-то как-то и не хочется, когда рядом призрак, вскрывать саркофаг. Получается, здесь у нас больше нам нечего делать. Ну что ж, я ожидал здесь намного больше сопротивления, больше пауков, что ли, я не знаю. Еще больше всего. Но по факту из пауков мы только двоих пока что встретили, какого-то червяка встретили и все. Ну, это, наверное, неплохо. Давайте-ка сохранимся. Быстрым сохранением. Все, и получается, возвращаемся. Ой, подожди, а что я? Маска-то не там мне. О. И возвращаемся назад. Так, только вот тут не упасть бы, а. До свидания. Он, может быть, за мной побежал, но он, получается, не успевает реагировать. Какие-то заторможенные эти самые паучки. Это там руку, на руку нам только. Здесь мы не так ничего, пока никаких механизмов не открыли. Мне кажется, механизм может быть связан. Хотя нет, да, это просто освещение. Интересно, как открывать эти ворота? Что за механизмы? Ладно, пойдем пока по другому пути. Так, что у нас осталось позади? Здесь вроде три хода было, я их вроде все три осмотрел. И пошел потом сюда. Стой. Урна. Получается, да. Был туда, был сюда ход. Здесь я ходил, нет? Я вот не помню. Нет, по-моему, здесь не был. А, стой, нет, я здесь. Я отсюда пришел. Да? Угу. Я отсюда пришел. Подожди, там других больше нет хода, да? Так, вот там я точно был. Туда мы с вами ходили. Там мы тоже были. Да? Да. Вроде бы. Ладно. Пойдем отсюда. Надеюсь, что я ничего не упустил, ничего не забыл, ничего не потерял.
Я же по-любому еще всякие можно было там доспехи найти. Может быть, здесь последний лат вора можно было найти. Хотя вроде... Так, собачка моя засигнализировала. Блин, теперь я маленечко сбился, я потерялся. Блин, где я был, где не был. Черт, блин. А, не, вот, лазечка. Лазечка, вот она.